лоховоз. Avenue of Art звучит. Fucking roll out of control. Well, then you know you've got to rock the block. You fucking sock my fucking cock. Cause when you rule, you fucking school all of the fools out of their jewels. Cause if you think it's time to, if you think it's time to, if you think it's time to fucking rock. Один белый во всем автобусе. Прикольно. В автобусе тетка увидела, что я фотографирую, доебалась, говорит: don't take picture of me. Хотя я, она в конце автобуса сидела, ебанулась. А иду я вон туда. Yeah.
Короче, иду тут по гетто, под мостом играю, типа, в баскет. Смотрю, играю 3 на 2, не хватает, типа, игрока. Подхожу такой, давайте я, типа, с вами сыграю. Да, давай. Я говорю, за кого я буду играть? Какая, типа, моя команда? А их там играют 4 белых, 1 черный. И они мне говорят, ты будешь играть, белые такие пиздюки, говорят, ты будешь играть за вон того здорового нигера. Еще время охуительных историй. Захожу в книжный магазин бэушный, книг чисто миллиард. Спрашиваю у чувихи, типа, мне нужны traditional American tattoos, tattooers, tattoo artists, flashbooks. Она такая, вот. А я говорю, tattoo books. Она, вот. Ти-ти. Я говорю, тату. Показываю татуху. Ту-ту. Блять. Короче, когда она... А, тату. Я говорю, ну чем отличается твое, блять, от тату, от моего? Она говорит, у нас есть только книжка, девушка с татуировкой дракона.